Доброго времени суток. Хочу вам показать видеообзор на бензопиле Hyundai Z340. Редкостное, конечно, барахло. Говно редкостное. Корейское производство. Сделано в Китае. Изготовитель вроде Корея. Что хочется про нее сказать? Главное тут, головная проблема, это вот этот вот механизм. Механизм натяжения цепи. Я его сейчас полностью убрал. Суть следующая. Натягиваешь цепь, заводишь. Секунд 30 поработаешь, цепь ослабевает. Если чуть-чуть цепь перетянуть, с условием то, что она потом ослабнет, шина не проворачивается. В принципе, по недостаткам, более таких особо недостатков нету. По достоинствам. Достоинств тоже нету, но вот расход, вот, если брать масло, то он соответствует расходу бак масла, соответствует расходу бака бензина. Это вроде как удобно. Что касается мощности, если посмотреть на YouTube, то есть видеоролик про нее, где ее сравнивают с бензопилой Штиль. Ей работают также, Штиль работает. Нет, могу сказать, что я работал штилем и вот этим бензоговноинструментом Hyundai. Это барахло. Как штиль, она не тянет. Что касается ценовой политики, я ее брал 3 года назад. Она стоила... Брал я за 4 с небольшим тысячи. Штиль тогда стоил 10 тысяч. Сейчас эта политика сравнялась ценовая по штилю. Она не стоит таких денег, мощности у нее не хватает, даже как у штиля 180-го. С чем ее сравнить? Только просто с Китаем. Фильтр лопнула. Гайка внутри крепления уже на изоленте. Классически китайское качество. К праймеру претензий нету. Изредка, иногда барахлила сама система. Не заводится, хоть ты что. Что не делай, но не заводится. Так, в принципе, работать можно. Что касается вот по саду, по огороду, она подойдет. А вот для заготовки дров она слабовата. Больше сожгете бензина, чем КПД у нее низенький. Мощности, конечно, не хватает. Хоть и заявлено, там я уже не помню, сколько по паспорту, но она слабовата для этих дел. Мой вывод какой и для всех. Я советую это барахло не брать. Не то маленечко. Качество хрупкое, все сыплется, все вот эти вот мелочи, полочки, все раскручиваются, и отношение производителя делает. Ну и во-вторых, тоже, если вот так вот рассудить, как могут корейцы сделать бензоинструмент? У них там пилить, кроме собственных мозгов, нечего. Соответственно, что-то сделать для пилки деревьев они тоже не могут. Тоже надо понимать, если нету деревьев, пилить, то все, друзья, товарищи, на этом видеоролик заканчиваю. В принципе, тут больше разглядывать нечего. Мой совет – не покупать.